Если вкратце, хороший первый тайм, ну и весьма средний второй. Конечно, с реализацией у нас немножко страдает. Будем над этим еще работать, как раз в этом направлении идем. Результатом недоволен. Хотелось, конечно, выиграть, тем более дома. Но то, что сыграли сзади на ноль, меня радует. Есть отдельные ошибки, но они не такого, не глобального масштаба. Игра мне очень понравилась первого тайма, если мы так игру будем совершенствовать дальше. Единственное, нам нужно усиление, конечно, впереди, потому что обострять нам уже забивать. Чтобы выигрывать, нужно забивать. Мы не так много забили, поэтому, конечно, в этом плане будем еще усиляться. По поводу соперника скажу, что очень опытный, тактически грамотный соперник. Тем более было интересно с ними играть. Потому что когда играешь сильным, достойным соперником, и сам показываешь хорошую игру. Я думаю, что и мы достойно выступили благодаря нашему сопернику, потому что мы очень грамотно играли в футбол.